население не готово к сопротивлению этому вирусу, к сожалению. Мы не готовы отчасти потому, что мы, как известно, так сказать, боремся все время за оптимизацию там, медицины, оптимизацию, то есть улучшение, вроде бы реформаторство. С другой стороны, мы, наверное, имеем в виду какой-то экономический эффект, тем самым забывая о элементарных таких вещах, как противоэпидемические мероприятия, в связи с чем были закрыты множество санэпидстанций, да, санэпидслужба практически у нас уничтожена, к сожалению. У нас уничтожены предприятия по, так сказать, производству вакцин, да, в Одессе, завод бактериологических препаратов. Та база, которая была, те врачи, которые работали, те, так сказать, научные кадры утеряны. Уничтожена и лабораторная база, да, а в лабораторной базе предполагалось наличие определенных штаммов микроорганизмов, определенных, так сказать, в том числе и особо опасных инфекций, на которых тоже производились так, определенные вакцины и так далее. Медицина в нас, в наших условиях не готова к принятию тяжелых больных, которые будут не поступать. И врачи на сегодняшний день не обеспечены еще достаточным количеством средств индивидуальной защиты.